Здравствуйте, ребята. Спасибо, что смотрите нашу секретную программу. Но секретную не потому, что мы от кого-то что-то скрываем. Нет, наоборот. Мы рассказываем о том, что раньше для многих наших малышей было секретом. Может, для вас секрет, из чего, например, делают карандаши или откуда берется вода в водопроводных кранах. Вы только спросите, и мы расскажем, о чем захотите. Ой, извините, у меня звонок. Алло, зубок у аппарата? Алло, у меня к тебе вот такой вопрос. Мы с ребятами любим очень сладкие и вкусные булочки. Ты не покажешь, где их делают? Ты знаешь, по правде сказать, я пока этого не знаю. Но почему бы нам не поискать ответ на этот вопрос прямо сейчас? По секрету всему свету мы, друзья, расскажем всем, что откуда происходит, почему, когда, зачем. На любой вопрос ребятам мы ответ найти спешим, потому что все на свете непременно знать хотим. По последним моим секретным данным, булочки любят не только дети, но и взрослые. Но казалось, почти никто не знает, из чего и где делают эти вкусные сладости. Сегодня мы в гостях у мастеров-пекарей. Уж они-то расскажут нам все булочные тайны. Булочки всегда пользовались особой популярностью во всех странах и во все времена. Мы приехали на необычный завод, где пекут круассаны по-французски, кексы по-немецки и сайки по-русски. Но сначала для всех булочек делают тесто. Задача, скажу вам, очень непростая. Ох ты! Александр, скажите, пожалуйста, а из чего делают булочки? Из теста. Из теста? А из какого теста? У нас разные тесты. Есть слоеные, есть сдобные. Никогда бы не подумал, что из одного куска теста можно испечь столько вкусностей. А ведь в нем всего-то мука и вода, ну еще немножко сахара. Кстати, удивительная штука. В тесто для булочек одновременно добавляют и сахар, и соль. В тесте они легко сочетаются. А попробуйте положить на язык кристаллики соли и сахара. Ой, невкусно. Лучше не делайте этого. Вам вряд ли понравится. Что же делает булочки такими разными? Ну, конечно, начинка. Если внутрь положить варенье, получится русский пирожок. Если сыр, то перед вами уже грузинская булочка хачапури. А если нарезать яблоко, то получится австрийский штрудель. Мне больше всего нравятся булочки с изюмом. Говорят, изюм очень полезен. Не верите? Да вот спросите у нашей Матильды Леонардовны. Алло, тетушка Матильда, это Зубок говорит. Вы меня слышите? О, прекрасно слышу, Зубок, прекрасно. И вижу хорошо. А где ты сегодня? Я рассказываю ребятам, как пекутся вкусные булочки. Кстати, попробовал здесь очень вкусные булочки с изюмом. А, тетушка Матильда, а правда говорят, что изюм очень полезная штука? Между прочим, изюм никакая не штука. Это всего-навсего сушеные ягоды винограда. Они, конечно, очень полезны и взрослым, и детям. В них очень много витаминов. И каждый раз, когда мне удается попробовать булочки с изюмом, я мысленно благодарю московского булочника Ивана Филиппова. Талантливый пекарь и находчивый человек. А кто такой этот Иван Филиппов? Я про такого не слышал. Ну как же, это изобретатель булочек с изюмом. Как-то давно их так и называли, филипповские. Изобретатель? А я-то думал, что их давно пекут. Что все забыли имя того, кто придумал эти булочки. Ведь никто не помнит, кто первым начал печь хлеб. Хлеб – это другое дело. Это действительно случилось очень давно. А с булочками этими связана, кстати, смешная история. Да, московскому городоначальнику каждое утро привозили булочки из пекарни Филиппова. Он был большой любитель отведать свежую сайку утром с горячим чаем. И вот однажды этот городоначальник обнаружил в булке таракана. Ох, какой был конфуз! Что это такое? Немедленно ко мне пекаря! Филиппов прибежал,
немедленно осмотрел булочку, удивился, как это малюсенький таракан попал в булочку. Но виду не подал, схватил булочку и откусил. Говорит, не извольте беспокоиться, это, говорит, изюм, очень вкусный. Какой еще изюм, спрашивает градоначальник, почему в булке? А это наше новое изобретение, отвечает Филиппов. Мы теперь булочки с изюмом выпекаем. Вернулся пекарь домой и приказал с этого дня печь булочки с изюмом. До него этого никто не делал. Булочки всем понравились, но с тех пор Филиппов за порядком в пекарне особенно тщательно следил. Интересная история. Неужели все это правда? Ну, конечно, сказка ложь, да в ней намек, Зубок. Будь, пожалуйста, внимательным в любом деле, а особенно там, в пекарне. Хорошо, дедушка Матильда, я как раз посмотрю, не спеклись ли булочки в печах. Печи здесь непростые, они похожи на большие холодильники. Только в них не холод, а жар. Пекари с помощью специальных приборов поддерживают в этих печах постоянную температуру, чтобы булочки хорошо пропеклись и подрумянились со всех сторон. Потом, если нужно, булочки обливают глазурью, после чего ненадолго отправляют их в настоящий холодильник. Там глазурь застывает, и булочки готовы к чаепитию. Эх, жаль, здесь поблизости нет чайной. А то бы я остался жить в хлебопекарне. Хотя нет, не остался бы. Мне без моих друзей скучно. Ну вот, сегодня мы узнали еще один секрет. Откуда берутся вкусные булочки и какие они бывают. Ну вот, ребята, пришло время прощаться. Пишите нам, задавайте вопросы. Мы откроем для вас любые секреты. С вами был корреспондент Зубок. До свидания, ребята.